за минуту вот так сделаем, да, Ня? А уже началось. Уже началось. Ну ладно, браво. Слушай, я выставил эту картину, там на видео все пишут, какая прекрасная картина, какая прекрасная картина. Одна дама написала, а как вы, она честно написала, у нее действительно вопрос, она говорит, а как вы можете называть свои картины шедеврами? Ну, как не называть? Ну, во-первых, посмотрите все отзывы, там также и написано, что да, действительно, шедевр и так далее. Каждый видит по-своему. Я не настаиваю. Вы, конечно, можете сказать, что это не шедевр, но это на самом деле шедевр. Почему? Я так почему считаю. Ну, во-первых, про Пушкина. Он тоже мог сказать, я памятник себе воздвиг нерукотворный, и никто ему не говорит, какой имел право после этого говорить, правильно? Ну так кто Пушкин? А я что, хуже, что ли? Дело же не в том, что прошли годы. Может, я помру, про меня тоже будут много говорить. Я шучу, я большой шутник. Но вот эта картина, это действительно шедевр. Обратите внимание. Я там задал вопрос у себя в Ютубе, как ее назвать и что поправить. И мне там пишут, ничего поправлять не надо. А назвать я вот сейчас сам знаю, после вот этих положительных отзывов. Знаю, как назвать. Я с той энергией писал. Ведь это по существу руки. Руки. Это как я думал сначала из темноты на свет, а потом я думал по разуму. Но когда столько положительных отзывов прочитал, я подумал, это же руки матери. Это ангел, берегиня, душа матери. Посмотрите внимательно, с какой заботой, обеспокоенностью она смотрит. И как она держит руки. Это... Ангел, берегиня, душа матери. Конечно, это шедевр. Посмотрите внимательнее.